Это так жестко, черт возьми. Это реально миллиард лайков заслуживает, как мне кажется. Бахнем сгущеночкой. Сейчас главное не откинуться, чтобы она не просроченная была. Хорошо, здесь у нас уже жарит. Жарит прям, кстати, как в Москве. 35 градусов, это пипец. А что за музяка? Я тут как бы закончил только что. Чпоник. Кстати, вот по ощущениям, таких вот, знаешь, киношных кадров. Сейчас они соберутся, да-да-да, как нам и говорили, мы будем с ним сражаться. Таких вот киношных кадров с заставками, как будто бы даже в DLC больше, чем... ну, то есть они здесь чаще появляются, чем это было в основном сюжете. Здесь, видишь, прям реально проработали вот эти вот кат-сцены, потому что были некоторые боссы в основном сюжете, которые просто прилетали такие откуда-то, и мы сразу же начинали с ними драться. Здесь же прям реально кинцо. Люстра может послужить в качестве оружия. Попробуйте выстрелить по ней заряженной атакой секатора. Хорошо. Тара-тара-тара. Ой, это ж лампада. Ой. Сейчас вот это вовремя было. Так, может... Тихо! Дурачок! А вот этот люстр сработает? Он должен же быть под этой люстрой, наверное, да? Логично. Так. Или как это сработает? Подожди. Тихо! Музяк! Так. Тара-та-та-тара. Давай начнем по нему стрелять, что это мы? Что-то вообще наносим? Мы ему ничего не наносим, это фигово. Так, тихо. Ой, еще какое-то говно свое кидает. А что с ним делать? Ну это просто бомба, да? Это просто бомба. Все, нормально, мы стреляем по красным штукенциям. Но где-то у него все-таки есть и броня. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, до свидания. Ля, как же мне это нравится. Реально, ремиксы просто балдежные. Тихо, не умирай, не умирай. Давай в люстру жахнем. Вот, люстра упала. Ага, ничего не произошло, замечательно. Это что, это граната? Так, иди сюда, дурачок. Дурачок, иди сюда. Он не встает под люстрами, вот в чем беда. А если просто в него жахнуть? Ага. Вроде что-то скоцали. Ой-ой-ой-ой. Останавливаем время. Жарим, 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 жарим. По руке жарим. Вижу, 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 вижу. Тихо! Вот это экшон, вот это нормально. Это что такое? А, это щит мой. Это мой щит, можем подержать. Так, знаешь, чисто для прикола. Аккуратно, юзаем. Вообще еще можно жахнуть вот эту вот штукенцию на самом-то деле. Она увеличивает урон. Да, давай ее выпьем. Бахнем сгущеночкой. Сейчас главное не откинуться, чтобы она не просроченная была. Ага, хорошо. Все, поехали. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Под люстру. Ага. А что ты не горишь-то, братан? Давай начинай. Так, ну сгущеночка вроде действует. Не сказал бы, что прям пипец офигенно, но действует. Слушай, ну это уже не ежиха, конечно. Это что-то более экшоновое. И мне это нравится. Мне это, безусловно, нравится. Тем более, когда у нас в руках такой замечательный пулемет. Это прям вообще кайф. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да почему? Я все люстры уже потратил. Серьезно. А музяк ты какая. Ух. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, нормально. Вот от первой атаки я как бы ухожу, но еще он использует вторую. Тихо. Что ты делаешь? Не надо. Не надо, не надо, не надо, не надо. До свидания. Тихо. Точнее, замедлитель времени. Тихо. Нормально, наяриваем. Вот эта вот атака, я всегда ее не контрю. Но сейчас законтрю, нормально. Красавчик! Так по руке можно фигачить этими волновыми, что ли? А, так делов-то, господи. Я не знал. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, отходим. Сейчас замедляем время. Сейчас замедляем время. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, осторожно. Время. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отходим. Так, ну сейчас уже одна рука отвалится, кстати. Перезарядимся. Сделаем перезарядочку. На самом деле, давай попробуем другие пушки тоже. Пистолетик, например. Что? Что? Что сейчас было? Я просто с одного пистолета Макарова вынес босса? Что? То есть пулеметом мы с тобой бегали 15 минут, пистолетом Макаровым попали в какую-то там часть его и все, и до свидания. Фига себе, мы пушечку, конечно, взяли. Нормально. Тихо. Офигенно, офигенно, вот реально. Atomic Heart это игра, вот в которой именно такие моменты и ценятся. Когда ты файтишься с боссом, который не душный абсолютно, у него есть разные фазы. Ты можешь его спокойно наяривать. И реально, это нравится игрокам.
игрокам, ну, как бы я говорю исключительно за себя, да, может быть, кто-то и обожает, опять же, как я говорил, Dark Souls, когда ты босса проходишь там с 40-го раза, но Dark Souls есть Dark Souls. Когда ты заходишь в Dark Souls, ты понимаешь, а, это еще не все. Ты понимаешь, что как бы сейчас будет горение жопы. А здесь, ну, типа, Atomic Heart, игра про сюжет, альтернативное будущее СССР и все такое. Здесь реально начинается, как у нас было в первых двух частях, просто бегание без абсолютно каких-либо хилок и противостояние этим роботам, которые просто очень жестко спамят нас. Хила плохи. Мы пистолетом Макарова снимаем ему просто пол хп, вы серьезно? Откуда у вас такая жесткая пушка-то? Какой нахрен пулемет, когда есть пистолет Макарова? Все, туда его! Тихо, бежим, 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 бежим. Главное не откинуться сейчас. Главное не откинуться сейчас. Очень мало хп, очень мало хп. Тихо, я не попал. Я не попал. Тихо. Ага. Ага. Ой, тихо, тихо, тихо. Сейчас жестко, я не понимаю, что делать. Так, мне нужна аптечка, мне нужна. Это что такое? Мгновенно восстанавливает энергию. Это мне бы здоровье кто восстановил. Все, Габелла. Бегаем, 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 просто бегаем. Бегаем, просто бег. Добегались. Так, что это значит? Это значит то, что мы с тобой на самой последней фазе и практически с половиной хп не смогли его завалить. Ну, типа, у него осталось половина хп, и мы все это дело залажали. Ну, скорее всего, здесь сейчас будет не пофазно. Здесь снова босс начнется с самого начала. Ну, в таком случае я предлагаю еще накупить хилочек, изначально начать с пистолета Макарова и уже потом фигачить пулеметом. А может быть и нет. Тут, знаешь, все зависит от ситуации, сколько он вокруг себя будет спавнить врагов. Если врагов много, лучше пулемет. Если он один, то пистолет Макарова реально имба. Казалось бы, да? Пистолет... А вы вот как придумали? То есть я уже Элеоноре как бы позвонить не смогу, да? Вот опять же, очень странное решение. Я, допустим, понимаю, что это очень все жестко, и мне нужно больше хилочек. Почему я не могу эти хилочки получить? А все, это КПЛ, это КПЛ. Это Габелла. Вот, другое дело. Так, здравствуйте, да, мне нужно 25 хпшек. Очень много. Еще 5 минимум, да. Хорошо, отлично. И мне еще, пожалуйста, миллиард патрон дайте на наш пулемет. Хотя лучше, может, на пистолет Макарова. Средняя рука. Их всего 3, что ли? Звездец, босс. Тихо. Тихо. Ой. Ой. А ты че? А ты че такой жесткий-то? Офигеть, чуть не откинулись. Тихо. Он вообще с ума сошел. Хорош. Средняя рука, говорит. Какая средняя рука? Это хобот, блин, какой-то. Тихо. Бежим. Нужно отходить, срочно отходить. Нет, дробовик на самом деле нормальный урон наносит. Реально намного лучше, чем пулемет. Тихо. Раз. И сейчас еще будет. Да, вас. И сейчас еще будет трис. Это какая-то уже ежиха началась. До свидания. Минус босс? Нет, не минус босс. Еще чуваки. Как много у него фаз. Это офигеть. Минус. Очень хорошо было. И еще разочек. Оп. Ну почти. Тихо. 1400 патронов. Мы с тобой реально пулемет практически не юзали. Это так жестко. Это так жестко, черт возьми. Это реально миллиард лайков заслуживает, как мне кажется. Все, хорошо, живем. Минус босс. Или он еще... А, сейчас будет еще одна рука. Была правая, средняя, сейчас будет левая. Ну, либо правая. Нет! Выкатил штукенцы. Мы с тобой одолели босса. Поздравляю. Какой-то внезапный. Слышь, успокаивайся, я тут только что босса завалил. Так, все, Элеонора сказала, что какая же красивая бусинка, очень замечательная, да-да-да. Все супер, мы с тобой берем эту бусинку и ее, соответственно, кладем куда? Тихо. Чувак, я тут только что такого босса завалил, что ты для меня, ну реально, просто, как знаешь, сухарики поесть. Че это такое? Странно. А что за музяка? Я тут как бы закончил только что. Музяка опоздала слегка. Но вот это вот... Это ламбада, да, по-моему? По-моему, реально ламбада. Хорошо. Так, здорово, пацаны. Дайте мне положить бусинку. А, они мне не дают это сделать, потому что они здесь. Серьезно? Там в зале такая статуя стояла большая. Я на нее насрал.
Ля, с гусем, конечно, было бы скучно. А ты прям хорошо. Так, тихо, звездочка. Мы сейчас юзаем звездочку. Я тоже могу пуляться кое-чем. Нравится? Нравится? Не очень вам нравится. До свидания. Так, Аленка. Аленочка хорошая, берем. Не надо тратить энергию случайно. Звездочка тоже имба. Все, хорошо, эту штуку кладем сюда. Открывайся. Алло. А можно открыть, пожалуйста? А можно, пожалуйста, открыть? У меня как бы груз, мне нужно его положить. Мы, кстати, с тобой еще не все залутали, но реально, если прям каждый так проверять, идет очень много времени. Давай просто быстренько так пробежимся, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну и как бы все. Из основного еще большую капсулу взяли, отлично. Так, 4 из 8, почему эта штукенция не открывается, я не понимаю. Алло. Ну, доставьте бус приемный раструб. Так он заперт. Какой-то баг. Давай, может, зайдем сюда, сохранимся? Мы не можем зайти сохраниться, почему? Или оно за нами следит? Так, сюда смотрим, мне страшно, и формула любви. Формула любви послушаем. А ну, под запись говори, что ты сделал? Ну, Алена, я же не хотел, я... Говори живо, я сейчас ругаться буду! Ладно, я, пользуясь своими исследованиями, изготовил состав, который, ну, который... Да что ты мямлишь? Вот как мне признался, так и скажи! Да что за раствор? Я хотел, чтобы между нами возникло чувство. И подумал, что... Как еще эту проблему решить, если не с помощью химических процессов? Так это незаконно! То есть ты приворотное зелье сварил, верно, Ваня? Говори! Ну мы же не в сказке, Ален. Я просто хотел тебя на свидание позвать. А ты же у нас такая... недоступная. Тебе ж только самых умных подавай. Во-первых, это неправда. Во-вторых, если бы ты мне сразу эту формулу показал, то я бы без размышлений пошла. Состав-то гениальный, Вань! По факту! Так, может, теперь сходим? Не знаю. Даже не знаю. Если ты еще хоть раз такое сделаешь... Что-то не ясно, нужно такое делать, не нужно. Вроде посмеялась, похихикала, но при этом вначале бомбанула. Короче, да, интересно. Откройте мне, пожалуйста, мой короб. Зачем их изначально нужно было закрывать? Если как бы есть такие проблемы, уже не первый раз я сталкиваюсь с тем, что эта штукенция закрыта. Я не могу свою бусину никуда положить. Здравствуйте. А, может, этих надо завалить? Все, я понял, да, скорее всего. Отпусти эту хрень. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. До свидания. Ваншотиком. До свидания. Ой, хорошо, сейчас наваливаем. Ой, сейчас нехорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Замедляем время. Начинаем все в слоумо жестко делать, хедшотики отвешивать. Нормально. Нормально. Да, скорее всего, из-за того, что они были там, игра такая, типа, ну ты дурачок, ты можешь только в безопасность у них класть свою эту бусину. Хорошо, минус. Реально, слушай, пулемет, он вот вроде именно против босса не был таким максимально эффективным, скорее против вот этих дурачков. Но он все равно мощный. Вот именно против обычных ботов он везде, смотри, распиливает реально за секунду. Все. Делов-то. Сейчас и сейчас она наконец-то открылась. Замечательно. Так, кладем. Кладем сюда, отлично. Я же не знал, что они там будут справа слева стоять. Ну, конечно. Я такой, реально. Ты вот все правильно сказала, это все обо мне. Естественно. Такс, Элеонора, нам сейчас нужно с тобой что-то делать? 1500 патрон в нашем пулеметике. Я бы купил ПМ-очку. Патрошки, но возможно мы с тобой сможем их и так найти. Дробовик тоже закончился. Ну, такое, такое. Типа, я не знаю, сейчас тратить ресурсы на пушки. Есть ли в этом смысл, если 1500 в пулемете, мы можем, ну, как бы спокойно и с ним ходить? В целом, наверное, пока что не будем. Так, давай в таком случае здесь сохранимся и пойдем дальше. Я уже понял, что эта серия у нас с тобой слишком сильно задержалась, поэтому я разделю ее на две на монтаже. Ты как бы смотришь уже продолжение серии, которая вышла до этого. Вот, но запись на 50 минут, сам понимаешь, это дело жесткое. Хорошо, еще один какой-то кейсик, тоже лутаем. Ну пока идет, почему бы и нет, будем играть, что называется, до талого. Вряд ли, конечно, допройдем прямо сейчас в этой серии. Но еще, я думаю, минут 10 можем с тобой спокойненько поиграть. Потому что я там какие-то неудачные попытки вырежу из вот этого босса.
Ну, потому что это не особо интересно смотреть. Вот, соответственно, мы с тобой идем дальше. Хорошо. Еще одна комната отдыха. Посмотри, Элеонора на каждом шагу, офигеть. Музяка. Это что? Это секатор энергонагинатель? Что? Энергонагинатель? Так, вот это я бы, кстати, вкачал. Энергонагинатель-то, естественно. Заходим. Нет, это не то. Катушка. А, энергонагнетатель. Увеличивает урон, требуется рецепт. Так у нас же он есть, в смысле? Или это мы с тобой взяли какой-то там уровень 1 или 2, может? Или это вообще вот это? Скачать время генерации волнового выстрела. Хорошее, кстати, я поставил. Снимая улучшение, вы получаете назад ресурсы. Вы уверены? А там что было? Подожди. А, здесь урон. Здесь, короче, урон от этой штукенции, а здесь быстрее реген. Нет, давай тогда урона оставим. Урон это лучше, на самом деле. Мы можем подождать. Там опять этот гусь бешеный. Да серьезно? Отвали! Какое насилие нахрен? Ты мне каждый раз в лицо прыгаешь. Такие слова, конечно, он знает, я удивляюсь. Так, там что-то внизу, эта штука, возможно, откроется. А мы с тобой заходим сюда. О, наши любимые головоломочки-загадочки. Это я помню. Это такое мы с тобой решали. Так, как ее запустить? Как ее запустить? Еще один сундучок. Я помню, как мы с тобой в оригинальном Атомике бегали, лутали золотые сундуки. Там еще был такой чел, который туда-сюда катался. Я ожидал, блин, этого крепыша базуку выбить, потому что она у меня никак не падала. И реально, вот каждый раз, подходя к сундуку, я жду из него получить что-то такое, знаешь, очень редкое, офигенное. Но каждый раз это полимер и все. Реле пассивной безопасности. Разблокируйте работу реле пассивной безопасности. Верно упорядочив магнитный поток. Это мы знаем, это мы профессионалы. Конечно же, но значит, что нужно штука делать? Ну, конечно. Да-да-да. Так, здесь, значит, делаем вот так. Звездец. А куда нам ее вести-то нужно? Подожди, все синее? Можно я тихохонько ругнусь? А, мы же начинаем отсюда. Обосрался, да. Так, это мы с тобой ставим сюда. Угомонись, в пустых-то стенах, какой простор для творчества. Забавно. Гусь, конечно, реально просто лайк, респект. Смотри-ка, а если мы с тобой здесь не видим никакого синего сигнала? Нет, вот же. Собрался. Нет, это белый. Разобрался. Конечно. Синий сигнал у нас получается только вот здесь стоит. А нужно его как-то перекинуть сюда. А если вот так вот поставить, оно ничего не даст. А, что? Все, я понял, значит, это мы ставим вот сюда. Потом это мы ставим. Вот, расстроитель. Что он делает? Подожди-ка. Он получается. Еще раз. Ну, так он делает все прямо. Вот эту штуку можно переставить. Вот так вот ее переставить. Вот. И что, это еще не все? Подожди, я пока что не очень понимаю конечный результат, как должен выглядеть. Нужно три, да? А, три луча сюда должны синих пройти, для того, чтобы эта вся история запустилась. Три. То есть, например, два отсюда. Но это мы тоже можем вот так перезапустить. Ага. Горжусь вот. Собой безмерно. Идеально. Но вида не подаю. Ну, конечно. Гордость это на самом деле такое себе качество. Вот, как бы нужно быть уверенным в себе, но не самоуверенным. Потому что, знаешь, как бы самоуверенность это такое, я самый крутой, я все умею. Иногда может сыграть очень даже злую шутку. Так, это у нас закрыто. Идем, соответственно, дальше. Я думаю, что реально, если мы с тобой еще минут 10 поиграем, то уже следующая серия реально, скорее всего, скажет станет, точнее, завершающей в DLC. Сережка любит слезки. Да Сережка, отвали, у меня тут другие проблемы есть. Тихо. Ага. Я долго ждал, пока второй подойдет, чтобы сразу дабл сделать. Тихо. Здорово, пацаны. Здорово, пацаны. Давайте дабл, дабл, дабл хочу. Хочу дабл. Тихо. Ага, хорошо. Экономим энергию. Такое мы любим. Тихо. Кстати, вот здесь сейчас можно и дробовичком. Оп. Вот так. Оп. Они уже, знаешь, слабенькие. После нашего супер-пупер-удара они реально разваливаются просто на изи. Не надо, добиваем. Добиваем, чтоб лишний раз не мучился. Хорошо, здесь у нас уже жарит. Жарит прям, кстати, как в Москве. 35 градусов, это пипец. Окей, мы с тобой здесь все лутаем по красоте.
Что у нас здесь? Угу, здесь у нас тоже чуваки, но нужно, кстати, направо. Давай тогда направо, может быть, и пойдем. Потому что, ну, а лишний раз с ними сражаться-то зачем? И еще одна комната с сейвом. Зайдем на всякий пожарный. Леонорочка, здравствуйте, давненько не виделись. А, сундучок как-никак нужно залутать. И у нас новый чертеж теперь на что? Магазин. Магазин? Выберите желаемый. О! Вместительность увеличена до 125. Ну, поставим. Пулемет, как бы сам понимаешь, стреляет очень быстро. Соответственно, требует перезарядки. Ой, здравствуйте. Ой, дурачок. Заходи, ты чё? Не стесняйся, чувствуй себя как дома. Я очень гостеприимный. Не хочешь? О-о-о, практически зашел, смотри. А он сейчас здесь тоже соберется, да? Так, а лобби вроде как должно быть безопасной зоной, нет? Это сегодня не работает. Так, друган, заходи к нам тоже, будем тусить. До свидания. Тут как бы твой друг решил сходить погулять. Куда-то пропал, даже не знаю, нужно тебе его тоже найти. До свидания. Да, добивайте, кстати, лучше реально топором, чтобы не тратить потрошки. Но опять же, это можно делать... Здравствуйте. Слушай, теперь ты должен искать своего друга. Он тоже куда-то ушел. Что самое интересное... Это тектоник. Нижний брейк. Что самое интересное... Я уже забыл, что хотел сказать, но музяка меня прям это... перебила. Мы с тобой должны их добивать лопатой для того, чтобы не тратить потрошки. Окей, что у нас здесь? Еще одна Аленочка. Аленочку... Кстати, мы же с тобой могли Аленочку юзануть, когда вот босс делал вот эту атаку. Фазу, точнее, когда очень много круглых чуваков нас атаковывали. Нифига себе, здесь у вас, конечно, секторы. Офигеть. Так, слушай, в таком случае я, наверное, думаю, что лучше нам здесь закончить эту серию. Потому что здесь нас реально... А мы уже не сможем, да, вернуться? Так, но мы зато можем загрузиться. Это вообще не проблема. Комплекс Менделеев. Мы только что у Элеонорчики это сделали. Просто я проверю на всякий пожарный. Ну, вроде как да. Потому что ты сам видел там слева, справа очень много этих роботов. Ну да, все отлично. Собственно, здесь мы с тобой тогда и заканчиваем нашу серию. Лутаем эти штуки. Ставим магазинчик сразу, чтобы потом не забыть. Складоразбор, улучшение, секатор. Секатор, конечно, имба. Магазин ставим и сохраняемся. Ну и, конечно же, на этом моменте заканчиваем нашу серию. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему большой палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать все уведомления, чтобы быть в курсе выходных видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания, в том числе и на телеграм-канал. Скорее всего, следующая серия уже станет завершающей нашим летсплеем, но поживем, увидим. Возможно, даже и увидим какую-то очень классную, шокирующую даже местами концовочку. С вами был ваш Дакстер, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ведь это так просто сделать. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну что тебе стоит это, ну? Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну а также поставь свой палец вверх. Эй, братан, подпишись на мой канал. И огромное спасибо тебе за просмотр.